Что ж, ребята, всем привет, меня зовут Маруся, и вы попали на мой канал Мэрис Блог. Это будет такой супер большой интересный влог из Калининграда, потому что уже завтра утром мы туда улетаем. Вкратце расскажу, что произошло. Вообще, это очень спонтанная поездка. Сегодня четверг, завтра будет пятница, 17 декабря, и мы уезжаем туда на 3 дня и на 2 ночи, то есть на выходные. Мы вообще никак не планировали, но в том году, примерно в это же время, мы уезжали в Кострому, и у меня тоже на канале есть влог из Костромы. Там было тоже очень интересно, но тогда я только начинала вести свой YouTube-канал, поэтому ссылочку оставлю в описании. Сейчас уже без 10:08 вечера, и я начинаю собирать свои вещи. Также еще сегодня хотела поделать уроки, поэтому насыщенный у нас будет вечер, и давайте собираться вместе со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мы стремительно идем к 2000, а там уже дальше еще больше. Всем желаю приятного просмотра, погнали! Итак, первым делом я предлагаю собрать все-таки косметичку, потому что с одеждой решим потом. У меня там уже на заднем фоне, вы видите, очень много всего достало, но пока не решила, что именно буду брать, потому что все-таки на 2 дня, мне кажется, много не понадобится. Поэтому давайте пока решим с косметичкой, со всеми уходовыми средствами, а потом уже перейдем к одежде. Итак, время уже 10 часов вечера, я поделала уроки, также собрала, как вы уже видели, всю косметику, также уход, поэтому сейчас я вам показываю, что я выбрала из одежды. Все вот так вот это выглядит, я специально все красивенько разложила, давайте начнем с этого конца. Здесь моя любимая толстовочка, новенькая, из Pull&Bear, также моя футболка, хочу в ней пофоткаться, возможно, в отеле, потому что так будет не слишком холодно. Томми Хилфигер, мне очень она нравится, она такая оверсайзная, классная. Также мой новый свитер, который светится, просто посмотрите, вот тут такие огоньки. Хочу пойти в какое-нибудь новогоднее место, там, где будут какие-нибудь фонарики, и там тоже пофоткаться. Также мы берем купальник, потому что там будет спа, и я беру 2 пары джинс, черные и коричневые. Это, кстати, Синсей, буду вам сразу говорить. Это Pull&Bear и это Бершка. Также беру свой коричневый ремень от Replay. И вот эту панамку классную от Shein, потому что хочу тоже в ней пофоткаться обязательно. Я, кстати, беру, как обычно, свой рюкзак Crocs, в котором я везде езжу во все свои путешествия. А также мы берем маленький чемоданчик, потому что мы берем очень много вещей из-за того, что мы хотим с мамой очень много пофоткаться везде просто. Поэтому нам нужно много разных образов, и из-за этого мы берем маленький чемодан. Ребят, я готова ко сну уже. И последняя вещь, которую я хочу сейчас сделать, это закачать фильм на планшет, потому что комп я не буду с собой тащить, потому что он тяжелый и он мне там не нужен. А вот планшет в самый раз и в самолете посмотреть, и там по пути куда-нибудь. В общем, очень удобно, поэтому сейчас качаем что-нибудь. Я сейчас, кстати, смотрю «Матрицу», я почти досмотрела, поэтому мы скачаем вот эту серию вторую. А также вот эту третью, потому что я ее тоже хочу посмотреть, пока будем куда-нибудь ехать. И оно начало скачиваться, вот. Ну и все, ребята, вот наши 2 матрицы скачиваются. Это вроде как 2-я часть, и это 3-я, поэтому буду как раз-таки смотреть, пока буду ехать. Но я уже ложусь спать, завтра
Завтра встаем в 6:30 утра. Я не представляю, как я это сделаю. Но факт остается фактом, поэтому всем спокойной ночи и встретимся завтра. Ребята, мы уже готовы, и мы выезжаем. Я одета, все прекрасно, и мы едем на такси в аэропорт. Приехали, тут очень крутой номер. Сейчас будет небольшой рум-тур. Это 5-звездочный отель прямо рядом с Балтийским морем, куда мы сейчас с вами и отправимся. Но сначала я вам покажу, что здесь да как. Здесь у нас дверь входная. Вот так заходим, и вот такой вид нам открывается. Первое, что здесь, это такое огромное зеркало. Здесь я. Всем привет! Также здесь дверь сразу в ванную комнату. Вот так это все здесь выглядит. Душ. Ну, короче, все как обычно. Закрываем. Проходим дальше. Здесь уже стоят мои уги, потому что я переоделась. Здесь такой классный стол. И опять же зеркало. Здесь я буду краситься завтра утром. 100% я вам отвечаю. Очень удобно, такой пуфик. И просто сидишь и красишься. Вторая часть этой главной комнаты выглядит вот так. Здесь стоит шкаф, куда мы уже повесили наши куртки с мамой. А также здесь стоит вот такой вот классный диван. Мы здесь уже все положили. И вот тут такие картины. Здесь у нас окошко. Давайте посмотрим на вид. В принципе, ничего интересного, потому что это просто как такой поселок. И море в ту сторону, то есть вот туда. 15 минут ходьбы, очень круто. И мы живем, кстати, в желтеньком домике, что тоже очень классно. Итак, мы закончили с вами на этом прекрасном диване, поворачиваемся в эту сторону. И здесь наша спальня, двуспальная кровать, также две тумбочки. И вот тут просто моя любимая часть комнаты, мне кажется. Посмотрите, как круто, здесь есть стол, чай, и что я заметила? Это Mary's Tea, вы видели такое? То есть мой канал называется Mary's Blog. И это Mary's Tea. Мне кажется, это очень круто и символично. Также здесь вода. При входе нас угостили соком, и он у меня здесь остался. Здесь у нас, получается, гардеробная и телевизор. На этом наш номер заканчивается. Мне он очень понравился. Это полулюкс. Но сейчас мы с мамой отправляемся смотреть уже на море, потому что мы давно не видели Балтику, где-то год. Поэтому мама уже меня ждет внизу. Я сейчас быстро одеваюсь, и мы с вами идем на море. В общем, рассказываю вам сейчас план на день. Сначала мы идем смотреть на Балтийское море. То есть сейчас час дня, мне кажется, мы там проведем где-то час или два. И в 5 часов вечера у нас запланирован спа. То есть в этом отеле есть спа, и это очень круто. Поэтому мы туда сегодня пойдем, потому что уже завтра мы переезжаем в другой отель в центре, уже в центре Калининграда. Поэтому такие дела. Сейчас я забираю свою шапочку. Ключик. Свет вырубился.
идти. Я сейчас в туалете, но я хочу снять очень сильно разговорную часть этого видео, потому что с мамой в кафешке пицца-паста или это ресторан, я точно не определилась. Ну, короче, мы заказали очень классную мне пасту зеленую с зеленым соусом, а также мама заказала пиццу маргарита, поэтому будет очень вкусно. Сейчас вам все засниму. Ну что, ребята, я уже помылась, у нас где-то 8 вечера сейчас. Мы были уже в спа, но я не снимала, потому что там были другие люди. Но там было очень классно, единственное, там не было бассейна, мне это не понравилось, потому что я надеялась на бассейн. Я сейчас помыла голову, мне очень нравится этот отель, это ванная комната, здесь все в таком белом цвете, меня прям это очень привлекает. Я уже переоделась в пижаму и сейчас собираюсь делать все свои вечерние процедуры. Ребята, этот день подходит к концу, сейчас уже 10 вечера, по московскому времени уже 11, поэтому я ложусь спать. Завтра предстоит очень классный день, мы едем в центр, переселяемся в другой отель, также мне будет очень интересно, оставайтесь со мной. Доброе субботнее утро, я проснулась только что, время 9 утра, и я собираюсь сейчас на завтрак. В общем, мои дорогие, я уже села за этот прекрасный туалетный столик, назовем его так, и сейчас буду краситься, хочу вам немного про это рассказать. Мне кажется, такой ракурс намного удобнее, чем то, как я только что снимала. Но, в общем, мы уже побывали на завтраке, там были очень классные вот такие конфетки новогодние, и я взяла вот такую, а также с снеговичком, очень милая. Поэтому сейчас я буду краситься, сейчас около 11 утра, и нас выселяют ровно в 12, поэтому мне надо сейчас все быстро успеть, и потом мы уже пойдем по городу, а потом уже поедем в сам Калининград. Я тут в моей косметичке, которую мы собирали в начале видео, уже все готово. Я сейчас буду краситься, но в скором времени я собираюсь именно снять отдельное видео про мой повседневный макияж, поэтому особо вам рассказывать не буду ничего, чтобы видео было интересным. Ребята, у меня такой прекрасный лук. Мы уже выселились из отеля, оставили свои вещи в комнате. И сейчас уже пойдем гулять по городу. У нас есть где-то 3 часа, а потом мы уже поедем в Калининград. Кстати, мой макияж. Мне очень нравятся стрелки, которые я сделала. Они получились ровными, просто идеальными. И также я сегодня в своей панамке, потому что 6 градусов тепла. Очень хорошая погода.
мы уже приехали во второй отель, заселились в номер, и сейчас я вам покажу, что здесь да как. Здесь у нас входная дверка, заходим, и вот так вот это выглядит. С этой стороны у нас, как обычно, зеркало, ванная комната, покажу вам чуть позже. Здесь мы повесили уже, все разложили, шкаф. Проходим дальше, и здесь основная комната, здесь такой столик, есть кофемашина. И вот такая классная кровать и кресло. Также здесь есть такой еще маленький столик. Красный просто вид. Сейчас покажу, посмотрите. Сейчас, кстати, очень уже темно, хотя всего лишь 5 вечера. И это озеро. Надеюсь, что утром здесь будет просто прекрасно. Вот такая огромная классная кроватка. Сегодня на ней будем спать и утром просыпаться с видом на озеро. Итак, показываю вам ванную комнату. Здесь такая прекрасная розовая столешница под раковину. Здесь такое классное зеркало. Здравствуйте, всем привет. Тут есть еще вот такое. Вот это то, что мне не хватало в том отеле, потому что у меня плохое зрение. И когда я крашусь, я снимаю очки, и мне очень было плохо там видно. Поэтому вот эта вот вещь, это шикарно. Здесь еще можно включить подсветку. Все. Здесь вот такая классная ванная, душевая. И вот так. И тут еще какая-то интересная картина с щелкунчиком вроде, или кто это? В общем, ребят, мы пришли из ресторана, у меня там сел телефон, поэтому я поставила. Было все очень вкусно, сейчас уже время 9 часов вечера, и мы идем в спа, слава богу, он работает до 11, поэтому мы сможем расслабиться, и там я вам, надеюсь, что-нибудь поснимаю. Ну что, ребята, уже почти 11 вечера, и сауна уже совсем скоро закрывается, поэтому я сейчас вам хочу быстро показать небольшой тур по ней, потому что в прошлом отеле я вам как раз это не успела заснять, но сейчас не будем упускать такой шанс. Я сейчас нахожусь в женской раздевалке, здесь есть ящики, куда можно положить свою одежду, также здесь есть две душевые кабинки, зеркало с феном. И мы заходим вот в эту зону, здесь очень круто, есть такие два классных лежака, мне особенно нравится цвет, здесь я расположила свой планшет и так далее, такая классная картина, здесь все сделано в таком стиле, даже у нас в номере есть парочку таких, и здесь есть две бани, то есть хамам и обычная сауна, в хамаме прям очень жарко, вот прям очень, а я сразу хотела оттуда выйти. И есть обычная русская баня, сауна, здесь очень хорошо, я здесь уже попарилась, поэтому все супер классно. Также здесь есть вторая душевая, посмотрите, я нарисовала смайлик. Ну и на этом, собственно, все. Я, конечно, очень расстроилась, что здесь не было бассейна, потому что я, на самом деле, очень хотела, чтобы был бассейн, но сауна это тоже достаточно прикольно. Ну, а мы сейчас уже идем в номер и будем ложиться спать. Ну что, ребята, всем доброе утро! Это последний день нашего прекрасного путешествия в Калининграде. Мне кажется, самый насыщенный будет. Сегодня мы едем на остров Канта на экскурсию. Также сейчас уже время где-то 9:30. Мы еще не завтракали, но уже скоро пойдем. Тут очень классная погода, у нас классный вид, прям очень красивый городок. Сейчас вам все покажу. Вот так это выглядит, температура воздуха где-то 6 или 7 градусов, здесь очень-очень красиво, вот такое озеро, и дальше маленькие домишки. В общем, мне все очень нравится, у меня прям поднимается новогоднее настроение, чего мне так долго не хватало, поэтому скоро уже будем собираться и буду вам все снимать.
Ну что, ребята, мы уже собрали все вещи и выселяемся из номера. Но сегодня у нас самолет только в 9 вечера, поэтому еще будет очень много интересного. Военного фильма к 9 мая, и реально шла съемка, то есть мы реально видели, как это все происходит, было очень интересно. Никогда, кстати, такого в своей жизни не встречала. Ну и напоследок, ребят, мы зашли в прекрасное кафе, я также взяла себе шаурму на улице, очень классная тоже кафешка была, поэтому сейчас будем кушать. Мне кажется, это уже как ритуал в каждом городе, в котором я побывала, я беру шаурму, чтобы сравнить ее с московской. Дальше мы уже поехали вечером в аэропорт. На самом деле наш полет задержали примерно на 1.5 часа. И в Москве, и в Калининграде нас не выпускали долго из самолета из-за погодных условий. Поэтому мне уроки пришлось делать прямо в самолете. Я сидела, писала, также потом смотрела фильм. И уже потом мы приехали наконец-таки в Москву. Ну что, мои дорогие друзья, я уже дома в Москве, сегодня у нас понедельник, 20 декабря, и я уже приехала в Москву, сегодня ходила в школу, все было прекрасно, поэтому на этом я хочу заканчивать свое видео. Тут мы провели целых 3 дня в прекрасном городе Калининград, так, хоть мы там были не такое большое количество времени, но я считаю, за такой короткий срок мы посетили достаточно много разных достопримечательностей, также классные кафешки, в общем, мне все прекрасно понравилось, и это мой первый влогмас, поэтому я надеюсь, он вам тоже понравился, и вы зарядились новогодним настроением. Ну а всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока! С наступающим вас Новым годом!